США продолжается подсчет голосов после прошедших 8 ноября выборов президента. На 10:30 по пекинскому времени лидирует Дональд Трамп. У него 137 голосов выборщиков против 104 у Хиллари Клинтон. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Напомню, что американская электоральная система предполагает выборы президента населением штатов, а не страны в целом. Кандидат, набравший большинство в штате, получает все голоса выборщиков этого штата. Многие американские регионы традиционно голосуют либо за республиканца, либо за демократа. Победитель выборов в масштабах страны определяется по результатам голосования в колеблющихся штатах с максимальным числом выборщиков, которое зависит от количества населения. Именно поэтому до окончания подсчета голосов во всех штатах определить лидера сложно. Наблюдатели отметили крайне высокую явку на этих выборах. Более 46 миллионов человек проголосовали досрочно. Это рекордный показатель в истории президентских выборов в США. Также стало известно, что штаб Дональда Трампа опротестовал итоги досрочного голосования на одном из участков в штате Невада. Однако судебного решения по этому иску еще нет.